Думська ТВ працює наживо. Говоримо про головне. Студія Олександр Новицький. Та Алла Єсіна. Доброго дня. Я ще раз вітаю щиро всіх колег, журналістів, телерадіоведучих з професійним святом. І дуже радий бачити, як кажуть, профільних гостей у нашій студії. Журналіст Юрій Мацарський долучився до нас. Пане Юрію, вітаю вас. Добрий день. Да, всіх з праздником, з нашим професіональним праздником, Днем работника телевидения и радиовещания. Навзаєм. Знаємо, що сьогодні ви не просто так в Одесі. У вас буде лекція сьогодні, мова ворожнечі. Що це за лекція? Чому саме так сформульована тема? Мене позвали провести таку лекцію, причому вот изначально була ідея говорити не просто там на якісь відвлечені історії, вроде там журналістської роботи в тяжелых условиях і тому подобное, а каким-то образом конкретизировать что-то такое, что, скажем, общее и понятно, и доступно и нам здесь, и в других регионах и странах, которые сталкиваются с каким-то враждебным присутствием, с враждебным вмешательством, с оккупацией и так далее. Собственно, именно поэтому была выбрана тема «Язык ненависти», «Язык вражды», и об этом я сегодня буду на Пушкинской 8 в 19:30 говорить, буду пытаться в какой-то мере сравнить, скажем, пропаганду, которая распространялась или распространяется сейчас исламским государством, Аль-Каидой, другими вот какими-то такими группами, которые нам отсюда, из Украины, кажутся какими-то страшно зловещими и непохожими на все то, что происходит, да, происходит здесь у нас. И я просто попытаюсь показать, что все это на самом деле должно быть просто и понятно украинцам здесь, которые все время живут, сталкиваясь с той пропагандой, которую вот Россия разгоняет, разгоняет. Перепрошую, да. Ви будете намагатися довести, що Аль-Каїда – це не щось таке, я не знаю, там пугаюче якесь таке? Нет, не совсем так. Я попытаюсь объяснить, что Аль-Каида – это не совсем далеко от нас, не непонятно, не чужое, не что-то с другой планеты прилетевшее. Что они, в принципе, оперируют теми же понятиями, теми же страхами, теми же какими-то клише, которыми оперирует, например, российская пропаганда, которыми оперируют, например, там, значит, завезенные из России пропагандисты в Крым, в так называемый там ЛНР, ДНР и так далее. Что, в принципе, язык вражды, язык ненависти, он общий для всех. То есть, конечно, он разный, потому что кто-то говорит по-русски, кто-то говорит по-украински, кто-то по-арабски, но в целом сведенный к общему знаменателю, переведенный на какой-то один понятный нам всем, он будет говорить примерно об одном и том же, будет там взывать к одним и тем же примерно человеческим чувствам, инстинктам и так далее. Он видит приклад спильных ось цих рис? Самый простой, самый очевидный – это попытка расчеловечить противника. Да? Вот когда российская пропаганда придумывает историю про страшных бандеровцев, которые распинают мальчиков, которые… Едят снегурив. Да. Тем самым российская пропаганда пытается представить украинцев, бандеровцев, как угодно можно сейчас называть, той стороной, которой чужды какие-то человеческие моменты, которой чужды сострадания к детям, к больным, к женщинам, к снегирям и так далее. Примерно тем же самым, например, занималось исламское государство, при этом они вот именно невозможностью договориться с этими людьми оправдывали казни. Когда вот оно только появилось, так называемое исламское государство, и заявило о себе громкими казнями людей, прилюдными, причем эти казни часто были максимально жестокими, вроде отрезания голов или сожжения живьем. И дуже профессийно было все это взнято. Да, так вот эти казни как раз объясняли, что вы сначала, эти люди, годами унижали наших соотечественников, нашей семьи, приводились какие-то там доказательства, доводы в пользу того, что эти люди там стоят за преступлениями самой разной чудовищной, какой-то, значит, вот невероятной интенсивности, и вот теперь они наконец-то понесут за это наказание. То есть, еще раз, да, никто не придумывает ничего нового. В принципе, что-то похожее, часто дословно похожее, было использовано еще в Первую мировую войну. Вот эти истории там про распятых, истории про замученных заживо и тому подобное очень активно распространялись там чуть больше 100 лет назад, когда там немцы входили в Бельгию, иностранные журналисты, там в первую очередь французские или там британские, наблюдая за там... Часто, кстати, не будучи на месте боевых действий, придумывали все эти истории для того, чтобы... Вот для чего, да? Для того, чтобы при помощи вот этой вот, собственно, вот этого языка ненависти, вот этой вот риторики, часто расистской, часто там крайне националистической,
заставить своих соотечественников действовать так, как выгодно сейчас государству. Это такой себе информационно-политический катализатор процесса. Да, совершенно верно. Потому что не было бы пропаганды, не было бы вот как раз попыток надавить на какие-то болевые точки, попыток вытащить как раз что-то такое из подсознания, не было бы войн такой интенсивности. Никто бы не захотел убивать и умирать, тем более за что? За отвлеченный. Если бы каждый признавался в том, что там война ведется там за трубу с газом или за поля с нефтью, или за то, чтобы там себе к рейтингу прибавить 4-5%, кто бы пошел за это умирать? Нет, пропаганда это целая система каких-то таких вот рычажков, которые заставляют людей поверить в то, что война ведется не там не за рейтинги, не за трубу. За веру, за царя, за отечество. Совершенно верно, да. Что за это родину, некая, за Сталина. Некий святой долг, некая святая обязанность пойти убить или умереть. Ви наводили приклад російської пропаганди, а в сучасній Україні чи існує ось ця мова ворожнечі в українських ЗМІ? Никуда нельзя деться, мы должны отвечать в том числе и на пропагандистском фронте. Другой вопрос, что в Украине нет как таковой сложившейся в принципе традиции пропаганды. Никто никогда не занимался именно вот пропагандистскими какими-то вещами. Если в России, там, начиная с 99-го года, постоянно воспитывалась некая ненависть к самым разным другим. Я это хорошо помню, потому что я работал на взрывах в Москве в 99-м году, и тогда телевизор заговорил о том, что за этим стоят чеченцы, и вся Россия возненавидела Чечню моментально. Настолько умело тогда сыграли на этом испуге людей, потому что там несколько сотен человек погибло, сидя дома, с семьями и тому подобное. Просто взорвался дом, упал, и телевидение смогло за несколько дней, а может быть даже за несколько часов, убедить людей в том, что за этим стоят чеченцы, и они должны за это ответить. Это было сведомо? Да, конечно, конечно, естественно. И вот начиная с этого момента, российская пропаганда не останавливалась ни на один день. Она переключалась на самых разных там людей, на самые разные народы. Грузины ходили во врагах, латыши ходили во врагах, украинцы по очереди с белорусами тоже ходили во врагах. Но пропаганда всегда создавала образ врага, который где-то рядом. Ну, это как национальная идея. В Украине такого никогда не было. Это, как говорят, зовнішній ворог, він завжди об'єднує ситуацію внутри країни. Ну, видумували внутреннего врага и внешнего врага. Ну, это враг народа, это свята корова. В Украине никогда не было пропаганды. В Украине пытались каким-то образом, там, я не знаю, тот же Янукович пытался подмять под себя те или иные каналы, те или иные там средства массовой информации. Это происходит и сейчас, разные политики все это делают, но это не делается там как осознанная, осмысленная пропаганда, попытка там надавить вот на те самые сокрытые какие-то чувства, вытащить наружу какие-то инстинкты. Все то, что сейчас, или по большей части то, что делается в Украине, это, в общем, достаточно прямолинейная история. Смотрите, я хороший, остальные плохие. Ну, то есть, это пропаганда на таком уровне совсем зачаточным. Ну, а хіба мова і церква зараз не використовуються тими чи іншими діячами для того, щоб розділити ось цю саму ненависть посіяти серед людей? Но мы же пока не видим какой-то серьезной ненависти, да? То, что мы видим там, ну, во-первых, там, это тот вопрос, который вот сейчас, тот вопрос, который не удается, скажем, сделать первоочередной в повестке дня. Если там российские каналы в 2014 году смогли сделать историю из чужой страны, из Украины, главной в новостной повестке дня, и до сих пор удерживают ее где-то там, если не всегда на первой строчке, а где-то там все равно кверху ближе, то история там с языком, история с верой, с церквями и так далее, они хотя и постоянно пытаются там, ими пытаются манипулировать политики там самых разных концов спектра политического, но им не получается сделать эту тему какой-то такой, за которую бы ухватились там все украинцы или большинство украинцев, из-за которой там пошел бы разлад в семьях, из-за которой начались бы там ссоры и так далее. Да, возможно, кто-то бы и хотел это сделать, но еще раз повторюсь, поскольку школы пропаганды, школы злости, школы вот этого самого языка вражды не сложилось, то это, возможно, наше спасение в том, что его не сложилось и не удается вот людей друг с другом перессорить настолько. То есть отсутствие пропаганды, это все же таки вы вважаете плюс?
А в мирной стране это определенно плюс. Але ж мы зараз воюємо. Но мы сейчас воюем, и, конечно, нужно отвечать какими-то, в том числе, как я уже сказал, пропагандистскими методами. Но мы не первые, кто с этим столкнулись, да? Самые разные государства. Я вспоминал там Первую мировую. И в Первую мировую, и во Вторую мировую войны великие демократические державы, и Великобритания, и США, и Франция, которые, у которых тоже не было никакой традиции. Там, если в Германии или в Австро-Венгрии воспитывалась тоже традиция пропаганды, и она никогда, в принципе, надолго не уходила, ни в перерыве там, между Второй и Первой мировой войнами, ни до Первой мировой войны, то в демократических державах каждый раз приходилось все это строить заново. Каждый раз появлялись там в армии появлялись какие-нибудь батальоны, которые занимались там описанием вот этих вот невероятных вещей, там привлекались там великие имена, Хемингуэй привлекался ко всем этим вещам. То есть нам тоже нужно понимать, что то есть отдавать эту большущую на самом деле, большущий фронт просто так врагу, потому что мы не подготовились, мы здесь не умеем, а они там подготовились. Тому мы просто блокуем российские сайты. Это тоже должно делаться, но нужно каким-то образом отвечать. То есть они там придумывают какую-то Украину.ру, которая рассказывает какой-то там чудовищный бред. Давайте сделаем страна, там, я не знаю, в России UA, да, чтобы они тоже читали, только сделаем это на хорошем идейно-художественном уровне. Не будем выдумывать ни про распятых, ни про там съеденных. Брати реальні факти за основу. В мене є таке запитання. Якщо у час війни і, як кажуть, в гарячі часи, це сприймається як пропаганда. Є контрпропаганда, є своя якась пропаганда, яка там дозволяє мобілізувати і якось мотивувати людей на якісь дії певні, там, наприклад, йти добровольцями. У мирний час як називається пропаганда і чи вона є, і чи вона потрібна для того, щоб зміцнити державу? Опять же, вот смотрите, как я уже сказал, в России в мирное время существовала пропаганда всегда. Вот она всегда существовала, вот с момента, как там Путин оказался где-то недалеко от вершины власти, пропаганда существовала всегда, потому что не было бы пропаганды, не было бы никакого президента Путина. Это понятно всем, да? Это как еще у Пелевина там в Generation P описано, это целиком и полностью продукт информационных технологий. В нем ничего настоящего нет. Это раздутая величина, целиком придуманная какими-то там креаторами, да, раздутая в телеэкране с дорисованными какими-то подвигами, выдуманными как подвиги Геракла и тому подобное. Нужно ли в Украине это в невоенный период? Я лично очень сомневаюсь. Нужно ли в принципе в стране, в которой жители которой, элиты которой хотят, чтобы в этой стране были понятные, четкие, демократические правила игры, должна ли существовать в такой стране пропаганда в мирное время, и что она должна пропагандировать, это очень большой вопрос. Я, например, лично считаю, что нет, она не должна существовать, что если мы говорим с одной стороны об отражении внешней угрозы и для мобилизации необходима пропаганда, это с одной стороны правильно, то с другой стороны, после того, как угроза отражена, после того, как нету больше там военного вторжения, нет оккупации, очень странно продолжать оставлять какое-то там большое количество людей на этих самых пропагандистских креслах. Точно так же, как и армию надо демобилизовать, точно так же, как и закончив войну солдаты. Але ж армия залишается, як кадрована армія. Так. І тут є опасіння, що залишати цю систему як кадрована. Ви думаєте, Хемінгуей би пропав, якщо б не було війни? Да не пропав би. Хемінгуей? Ні. Точно так же нормальний, толковий, понимающий в своїй професії журналіст может спокойно вернуться там к описанию там светских раутов, ходить на какие-нибудь никому не интересные пресс-конференции, шукати якісь там жовті новини, снимать сюжеты, да, и так далее. Головне є таке запитання. Дивіться, якщо пропаганда не потрібна в мирний час. В мирний час, да, в мирний час. Але ж якісь певні інструменти, я не знаю, там впливу. Да, впливу, нехай буде так. На соціум ми вже знаємо, ми їх вивчили, ми їх можемо побачити. Не всі, але ж ми з вами можемо побачити. Навіщо висять ікони, я розумію. Навіщо портрети президента? Сложный вопрос, который я... Вот у меня нет ответа на этот вопрос. Я знаю, что чем больше портретов висит разного рода политических деятелей, тем, значит, скорее всего, меньше свободы в стране.
это не всегда там прямо взаимосвязано, но вот на примере ближневосточных стран, накануне революции в Египте невозможно было там, я не знаю, 30 метров пройти по Каиру для того, чтобы, без того, чтобы наткнуться на портрет Хосни Мубарака, которого благополучно свалили. А там в Дамаске на каждом 10-м доме висит гигантский портрет Башара Асада или его отца Хафиза Асада. А, сложный вопрос. Вопрос, наверное, не в том, надо или не надо вешать такие портреты. С другой стороны, в американских присутственных местах у чиновников тоже очень часто висят портреты действующего президента. Даже если человек, который сидит под этим портретом, не во всем, скажем так, поддерживает кажу. Этого самого Це президента. Це повага до інституції. Ті, хто не вірить в Бога взагалі, але да. ж так потрібно. Ну от і, собственно говоря, портрети теж часто вішують, ровно тому, що так нужно. Да? Кому нужно? Хто сказав, що це потрібно? А хто сказав, що ікони нужно вішати? Ну хто це сказав? Ну є некий, наверное, запрос от общества. Если кто-то думает, что повесив у себя икону, он тем самым станет ближе к части тех, кто приходит к нему на прием, то с портретом президента то же самое. Кому-то важно увидеть икону, кому-то важно увидеть портрет президента, третьему важно будет увидеть там, я не знаю, фотографию на столе с женой, детьми и кошкой. Ну, то есть, это все не имеет отношения там, а к попыткам. Это все не имеет отношения к попыткам там прямой манипуляции сознанием. Часто это попытка, наоборот, продемонстрировать свою лояльность. В этом нету, я не вижу в этом какого-то там дикого стремления там навязать культ личности. Ну, это же, еще раз говорю, часто это совпадает, но далеко не всегда. Повертаючись до української журналістики, наскільки сьогодні справді ми є незалежними, на ваш погляд? Я вже сьогодні об этом говорил у ваших коллег. Мені кажется, що українська демократія вместе з українською журналістикою знаходиться тільки в начале большого пути к настоящей свободі, к настоящему пониманию того, какую ответственность и какие права эта свобода дает. Но уже хорошо то, что этот путь, ну, то есть, как китайцы говорят, любой путь, когда дорога в тысячу ли начинается с первого шага, да, вот мы уже первые несколько шагов сделали, да, любой путь нужно каким-то образом проходить, а, да, не все гладко, да, так или иначе, большинство СМИ, в том числе СМИ больших, в том числе СМИ рейтинговых, пытаются маніпулювати сознанням українців, пытаются маніпулювати. Тому що вони належать або політикам, або олігархам. Совершенно верно, совершенно верно. Но с другой стороны, на Западе тоже все вот эти вот крупные СМИ принадлежат большому бизнесу, тем людям, у которых есть какие-то свои интересы, в том числе и политические. Но каким-то образом там в большинстве случаев, не всегда, подчеркну еще раз, да, это не только украинская история. В большинстве случаев умудряются находить баланс между своими интересами и законодательным запретом на вмешательство в работу СМИ. В Украине есть тот же этот запрет. Учредитель, владелец СМИ не может вмешиваться в редакционную политику, он не имеет права, если... Ну, напрямую не имеет да, права конечно. Включаться. Если, да, если кто-то хочет донести свою точку зрения там, до максимально большой аудитории, то по закону он не может прийти к своим журналистам, к своим ведущим и сказать, вы рассказываете, что там Петя, Вася, Коля плохие, а я хороший. Ну, так тоже, в общем... Адже так відбувається. Так і є. Я поэтому говорю, що поки тільки дорога тільки начата, дорога, вот тільки-тільки вот перші шаги по ней делаются, но главное не свернуть, главное по ней дойти до конца. Я сегодня уже вспоминал интересную историю такую, она достаточно показательна. Когда началась оккупация Донбасса и уже был аннексирован Крым, я вот как раз в это время был в Сирии, когда вся эта случилась история с Крымом и с Донбассом, я в это время работал в Сирии, и люди, которые работали там же в Сирии, на телеканалы местные, были журналистами вот проасадовских каналов, говорили, а, ну понятно, у вас там революция, просто потому что кому попало принадлежат телеканалы, кому попало принадлежат СМИ, они могут говорить все, что угодно, вот, значит, они вывели людей на улицы, и теперь вы, значит, расхлебываете то, что получили. Я говорю, стоп, говорю, подождите, вот у вас в Сирии не было ни одного телеканала, ни одной газеты, которая бы не контролировалась полностью, до последней запятой, до последнего вдоха ведущего правительством Башара Асада. Что у вас сейчас? Сотни тысяч погибших, миллионы беженцев,
городов нет, они с лица земли стерты, огромное количество городов. А вы считаете, что, значит, в этом, вот к этому не имеете никакого отношения вы лично, ваши СМИ? Вы понимаете, что там СМИ – это не вещь в себе, это некий канал, при помощи которого общество общается с властью, при помощи которого... Це канал комунікації. Давайте будемо... Совершенно верно. До речі, якщо ви згадали Башара Асада, я знаю, що це ваше найлюбніше запитання. А чи правда, згадуємо той фільм, про який ми з вами до ефіру розмовляли, а чи правда ви з ним спілкувалися? І чи можете ви сказати, яке перше враження ця людина залишає? Да, я с ним действительно общался, если кому-то любопытно. Я совсем недавно опубликовал на сайте РБК «Украина» большущий текст про алавитов, в том числе и про Башара Асада. Вы можете зайти, поискать на РБК «Украина» по моей фамилии, он в одним из первых появится там. Я действительно общался с Башаром Асадом в самом начале войны в Сирии, был у него в одной из резиденций в Дамаске. Я могу сказать, что первое впечатление, которое он на меня произвел, было удивление, потому что я открыл дверь в прихожую, а там стоит президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в темной прихожей и ждет, когда к нему придут журналисты. Приблизно так у нас відбувається в мерії в Одесі. Дякуємо вам, Юрію, за те, що прийшли сьогодні до нас. Запросіть, будь ласка, всіх ще раз, куди, о котрій годині Пушкінський приходите. Пушкінський 8 в 19:30. Всіх жду з большим удовольствием. Обов'язково будемо. Дякуємо вам. Юрій Мацарський, журналіст, був нашим гостем. Далі новини від Ксенії Терзі. Потім розпочнеться програма Саші Корінь і слово про політику. Ми повернемося до студії після 18:00. Залишайтеся на Думській, буде цікаво.